Всем большой привет, зрители нашего канала. Мы в выходной день, в воскресенье, гуляли замечательно в парке Царицына. Первая часть видео уже вышла. Сейчас будет продолжение, вторая часть. Так что, кому интересно, посмотрите, как замечательно мы провели свой выходной день. Приятного просмотра. Так, вы здесь, вот. Йоахе, ты здесь. Я прямо. Учу английский. Куда? Вот. Ну, пойдемте прямо, да? Смотрите, какие высокие деревья. О, Юрочка, не спотыкайся. Да я уже теперь боюсь, что... Юра так обрадовался, что сюда приехал и сделал мне замечание. Почему раньше мы его сюда не привозили? Он же сюда ехал и говорил, почему мы приехали так далеко, нет, можно было поближе. Нет, я ничего. Нет, хорошо. Каждое место уникальное. Имеет свою какую-то изюминку. Также Тушинский парк, там же много чего можно посмотреть. Здесь сравнивать нельзя. Так с каждым нельзя. И так он и об этом я и говорит. Я об этом и говорю. У каждого свое что-то есть неповторимое. Угу. Среда обитания, номер 4, написано же. А я, Юра, очень рада, что ты сегодня согласился с нами поехать, и мы сюда доехали. Поэтому тебе спасибо огромное. На машине. Да. Потому что своим ходом сюда долго очень. Так что, Юрочка, и нам так уже понравились вот эти поездки с тобой, что нужно будет практиковать их каждую неделю. А Кусковый это где? И тут же прям вези меня, извозчик, погулкой мостовой. А если я усну, шмонать меня не надо. Я парень в доску свой. И тоже пью когда-то до упада. Ну, до упада я никогда вообще не пью. И не до упада. Всяко бывает, наверное. Ну ты-то, правда, конечно, ни раз до упаду не пил. Но зарекаться нельзя. Не все будет. Бывает в жизни, ну, в первый раз. Первый раз когда-то. Надо начинать. Может быть, надо как-нибудь попробовать. Нет, я знаю, допустим. Вот смотрите, как красиво. Вот мы шли, спускались. Угу. И пришли в нужное место. Даже написано маршрут для оздоровительной ходьбы. 3 километра. Ну, вот. Правильно, в центре Москвы такое место, вообще вот оазис какой-то для свежего воздуха, для прогулок, для получения удовольствия. Именно. 3 километра. Прикосновение с природой. Смотровая площадка, я так понимаю. А, мы с Леной, Лен, помнишь, поднимались на смотровую площадку на эту? Сейчас мы поднимемся и посмотрим. Да, помню, конечно, я же тебе говорил об этом. Дальше, Юр, это стоп. А мышка, ой! Смотри, мышка побежала какая. Мышка так маленькая меня... Маленькая мышка, смотри. Мышка как белка меня не впечатляет. Даже хочется повизжать. Так. Пирамиды поднимались в Мексике. Пирамиды Майя, это ерунда вообще. Юрочка, ты где? Давай поднимайся. Юра у нас самый активный, да? Он молодец. О, влюбленные замочки повесили. Поднимайся скорее. Вот здесь? Да. Не, лучше в лесу поставить. Зачем здесь-то? И здесь тоже. Смотри, кстати, Юра поднялся, даже не запыхавшись. Нет, а я же с бегом сейчас занимаюсь, поэтому. Поэтому надо следовать людям. Да. Мы сегодня вечером еще ты обещал со мной пробежаться. Замки тоже здесь повесили. Это... Влюбленные на крыльях любви они вешают здесь замки. Чтобы после... висели и жили они долго. Да, и чтобы до самой старости. Только почему-то их мало. Видите, периодически, наверное, снимают уже. Да не, молодежь хилая пошла, они все поднимаются. Разводится. Нет, кто разводится. Нет, но вид отсюда вообще бесподобный. Ведь это же с учетом того, что набережная находится в самом низу, подъем, мне кажется, ну, 10 этажей, наверное, как минимум. Да ладно, вот мне кажется... Над вот тем уровнем. А, над тем, да. Так, спускаемся к набережной. Вот здесь легкий спуск. Смотри. Хоп-хоп. И все. И около воды. Вон туда мы сейчас с вами поднимались. Сущая ерунда. Не, вот на пирамиды, когда в Мексике, мы же были до ковида, сейчас, говорит, там уже не пускают. Там такой, так,
Не, не все ноты. На пирамиды поднимались в Мексике. Они же высокие, и ступеньки такие, ну, тяжело очень было подниматься. А еще жаркая, когда поднялась и спустилась, у меня футболку была вообще просто выжимай. Как будто я там полы помыла с собой. Ага. Ну, Ленка не стала, подружка моя, подниматься. Она говорит, ну нафиг, а я поднялась, конечно. Ой, а там можно покататься на лодках. Лебеди, они там, Аня? Не там, по-моему. Мы где-то вот через мостик с тобой. Юра, пошли туда. Там деревом не мешает. Мы пойдем это искать лебедей. Вперед за лебедями. Пойдем? Пойдем. Погода прям как вот для нас, под заказ вообще. Сколько мы здесь гуляем, еще дождичка, даже и дождичком и не пахнет. И вообще небо все... Мне уже тепло даже. Очень жарко. Небо все посветлело и очень комфортно. Но, в общем, погода специально для нас. Видать, мы такие хорошие, что вот приехали, и нам погода дает насладиться этой красотой. Ну, если бы дождь шел, конечно, тоже, наверное, наслаждались бы. Ну, не так, как сейчас. Деревья прямо наклонились над водой и шепчут что-то. Таинственные слова. Какие же слова таинственные? Ну, они известны у только самой природе. У каждого свои. Да? У каждого свои. Какой большой водоем. Я вот не могу понять, это пруд? Это пруд, это... конечно. Лена, это же не искусственный пруд или искусственный? Даже раньше грязи были, почему называлась черная грязь? Сюда даже лечиться некоторые приезжали. Не, ну здесь на самом деле лечебный воздух, что тут говорить. Юра уже разделся, на самом деле очень жарко. Ловись, рыбка большая, ловись маленькая. А что здесь приехать с колясками погулять с детьми? Пожалуйста, не кормите водоплавающих птиц, написано. Пока тушку уточек видим. Уточки весь год со мной. Красиво. Вольготно тут птичкам. Юра спрашивал, вернее, хотел искупнуться, но тут увидел надпись «Купание запрещено». Нет, ну хочу сказать, что здесь, это место, это было место для избранных. Ну, естественно, это, конечно. Большинство страны жило в беспробудной нищете. Юра, здесь жили цари. А Юру мы посвятили. Он думал, утки красивые. Это девочки, говорит, чтобы привлекали. А мы ему объяснили, что это мальчики. Да, селезни. Смотри, и там. Мы с Леной все здесь обходили. Смотри, Юр. Мы, я помню, без ног приехали. Еще своим ходом это с ума сойти. То есть сюда только на машине надо приезжать. Видишь, какие тропинки в лесу? Тропинка узенькая. А ты видишь знак, висит еще один. Купаться запрещено со всех сторон. Потому что, наверное, таких желающих, как ты, много. Тоже мост такой интересный. А смотри, здесь вот как-то запружено вот это. А, да, кстати. Не убрали. А почему-то вот сюда кинули. Типа труба это или что? Нет, она вот здесь. А зачем они ее кинули сюда? Вот, не знаю. Ой, смотри, сколько крысок. Чего? Крыски. Где? Или мышки, вон, волны, мышки, видала? Да. Ага. А может, это водяные? Водяная мышь. Фу, какая бывает. Гадость. Ты... Фу. Хватит. Фу. Животный... Ну, я понимаю, что животный мир, но как-то я, нет. Как-то мне не нравятся они. И смотреть на них тоже не нравится. Вот она, лепота. Боже, как красиво. И все, пруд кончился. Такое впечатление, как вода откуда-то течет. Угу. Шли и нашли лебедей. Теперь вопрос, как к ним подойти поближе?
сказала следовать за ней. Следовать за ней. Она нас проведет к лебедям. К лебедям, лебедям. Вон люди туда спустились вниз. Прилетели сюда. Нет, наверное, у них перья такие, да? Конечно. Они уединились от людей, наверное, скажут. Правильно, а тут попробуй от людей уединиться. Красавчики. Видишь, они листья мучат и едят, а их хлебом нельзя вообще кормить. Они ручные. Слушай, а они, интересно, может, у них крылья-то подрезаны, они летать не могут? Да ладно, как они подрезаны. У них обрезаны. Да ну. Да, походу. Да, 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 смотри. Они, смотри, они эти. Да. Окольцованные. Нет, и крылья подрезаны, видишь? Все, как лапу выгнул. Юра, ты арку, которую ты помнишь, с той стороны смотрел? Нет, это другая. И это. Ты говоришь, вон, смотри, как на острове арка. Это русалкины ворот называется, мы тут почитали. Мы теперь уже идем по другую сторону пруда. Смотри, это же фонари красиво как поставили. Скамеечки. А мне нравятся очень вот эти деревья. Смотрите, как красиво наклонились над водой. Какие-то у тебя творческие такие открылись у тебя. Способности? Да, смотрю, как ты начала уже в природе высматривать какие-то нюансы, которые... Я их всегда высматриваю. Которые, может быть, кто-то другой не увидит. А ты вот, смотрю, уже все открывает... У тебя новые грани какие-то открываются твои. Ну, все приходит с опытом. И дождик. Дождик пошел. Закапал. Это говорит от... Не, погода отличная. Ой, эти агариты, Лен. И, да. Они с Зеленограда прилетели? Как ты думаешь? Они знали, что мы здесь будем? Мы летели. И утки, конечно. Смотри, какие хорошенькие. Ну, агариты, согласись, такие благородные утки. Красивые. Всего. О, оживились, кажется. Вы кто такие тут пришли? Давайте идите мимо. Красавчики. Немножечко дождик, но дождик даже такой несерьезный, да, был? Так, две капли капнуло и прекратился. Мы идем еще там к фонтану. Красивому очень. Шли мы, шли и до гусей дошли. Гуси-гуси. Га-га-га. Вон они. Голуби. Рядом с ними работают охранниками. Ну что, гусята, как дела у вас тут? Я думаю, что там больше еды было. Да, тихо, силы. О, все, обиделись. Один хочет уплыть, и этот, видите, вниз спускается. Да не подхожу я к вам близко, не бойтесь. Эти красавчики. Красавчики. Окольцованные. Очень хороши. Товарищи, видите, рядом всегда, где гуси, лебеди. А вон лебеди. Вы мне очень понравились. Очень. Как с картинки журнала. А вот это лебеди. Подожди, это что же гуси? Лена. Это лебеди, у них обрезанные. А это что, их так, это лебеди так обрезали? Да. С ума сойти. Вырастают ли у лебедей крылья? Ну-ка спроси. Ну. Я бы не признала, что это лебеди, а ты? Ну, я да нет, у них это гуси, не Лена, это у них шея, смотри, какая короткая. Да? Какие-то лебеди, ты чё? Ну, может, гуси, но... Конечно, гуси. Эти.
Ну, чуть, да, сильно обрезано, но это я так думаю, что шея. У лебедей лебединая шея, а тут двойной подбородок. Лебединая, ну, потому что непонятно, как это все обрезано, непонятно. Не-не, это сто пудов гуси. Ну, пусть гуси. Юра, смотри, птички сидят. А вот я не знаю, Юра у нас птички сидят. Ой, ты Юра. С девочкой со своей. Угу. Вот они вдвоем. Вот это семья. Видишь, наплавали. Вот сами утки почему такие страшненькие, да? Ну, почему тоже по-своему красивые? Почему? Смотри, как красиво. Серенькая, красивая. Очень красивые, почему? Ой, пойдемте. На такое, да, Юра, удивительное место. А здесь, видишь, можно здесь пляж на волейбол. Смотри, а вот это, смотри, как островок. Видишь, какие деревья? Юра пытается в песне исполнить Салтыкова. Островок. Так, здесь вот. А, вот касса, Юр. Катание до 3 лет запрещено. Иди зайди, сколько стоит, узнай. Сколько, скажи, на лодках стоит, на катамаранах. Иди почитай. А, вот здесь написано. Стоимость проката. 4-местный катамаран 60 минут 650 рублей. 3-местная и 5-местная лодка 60 минут 600 рублей. 7-местная лодка 650. Ну, нормально, да? Вот прокат написано. Маломерных судов, 4-местных водные велосипеды. А выходные и праздничные дни уже все, соответственно, дороже. Катамаран будет 1000, лодка 950. Лодка, смотри, 1000 рублей. Угу. Это сегодня. Надо в будни приезжать. Ну а что, друзья, покидаем прекрасный пруд, идем к шикарному фонтану. Дождик идет немножечко. Красиво. Пойдемте смотреть фонтан, любоваться. Торговля идет. Бойко. Цветы высадили, они синие глазки. Экскурсии, пожалуйста. А, это эти, нарциссы же. Красота. Лужайка из нарциссов. Пи-пи-пи-пи-пи. О, все, здесь вообще каскадом идут тюльпаны. Красиво. И вот так. До конца каскад. Переживает, что фата грязная. Это платье грязное будет у невесты. Видишь, какая красивая. Поднять, вся грязная будет. Поднимите, да, идет свидетели. Они, видишь, им не до этого. Они увлечены друг другом и не могут поухаживать за невестой. Ух ты, сколько огорей. Вот это да. О, прям как фламинго в Доминикане. Посмотри сейчас. В общем, красота нереальная. И свадьбы, и птицы, цветы, люди. Вообще, очень нравится. Мы сейчас с вами по этому волшебному мостику подойдем к фонтану. Слышите, колокола? Ну? Здесь вообще шикарный вид открывается. Музыкальный фонтан. Ну, вечером, конечно, красиво. Но сейчас-то у нас не вечер. Но все равно красиво. И красивый вид такой. Открывается с моста. Дорогие друзья, я надеюсь, всем, сначала обращаюсь к своим друзьям, вот, которые рядом. Надеюсь, всем понравилось. Ой, друзьям. Я в восторге, это мой любимый парк. Юра, как тебе? Ты был первый раз в этом парке. Это произвело на меня ошеломляющее
впечатлений. Я был просто шокирован тем, что я увидел. И хочется здесь быть снова и снова, и окунаться в эту историю. Ну и селезни, конечно. И селезни. А вообще мы сейчас идем, вы чувствуете, какой идет запах от травы? Цветами. Угу. Что, друзья, на Ленинградке с Юрой опять поменялись местами. И приехали мы в кафе грузинской кухни. Так как мы еще не обедали и не ужинали, пора перекусить. Что-то я ногу отсидела тоже. Иду. Так, наконец-то, Юра, мы с тобой заехали в наше любимое кафе. Так, хинкали нет уже, поздно. Выпечку нет. Салат, наверное, какой-нибудь. Сейчас посмотрим, выберем что-нибудь. Написано, смотрите, ты не можешь купить счастье, но ты можешь купить хинкали. Что, в общем-то, одно и то же. Угу. Так, пока я там была занята, Юра заказал вот такой салат. Это что за салат, Юра? Тбилисо, как называется? Тбилисо называется салатик такой. И аджахури у нас будет с говядиной. В общем, в состав входит, наверное, отварная говядина, скорее всего, фасоль и перец. И посыпано грецкими орехами. Лучок красный. Говорю, когда с блогером, ты же знаешь, что сначала нужно все снять. Ну, короче, мы ломаем, после яички, так вот раз, и отправляем. Да, мы такие голодные, время уже 7:30, мы еще даже не ели. После того, как ты начал уже кушать, настроение очень сильно повышается, все очень вкусно. Хоть уже я все сроки уже 7:30, ничего страшного, один раз в день можно, один раз в неделю можно нарушить. И аджахури у меня с говядиной, у Юрички с бараниной. Ну вот видишь, какие блюда, это побольше. Угу. Пахнет очень аппетитно за счет чесночка. Класс. Вкусняшка. Ну, блюдо, оно, конечно, вкусное, но абсолютно не соленое, то есть, не знаю, не специально, наверное. И не перченая, просто, ну, это не очень удобно, вот постоянно приходится подсоливать до нужных кондиций. Не знаю, может, сейчас так модно подавать несоленые блюда. 1820 составил наш счет в кафе. Ну, что я могу сказать, салат был очень вкусный, хачапури вкусное. Второе блюдо мне не понравилось из-за того, что оно было не соленое и не перченое. Тебе как? Ну, я ожидал лучшего, да? Солидарен с тобой. Да, причем у меня было из говядины, у Юры из баранины, а почему-то было не соленое ни одно, ни другое, как такое может быть. Ну, они, видишь, перестраховываются, может быть. Не, Юр, я понимаю, что не люблю сильно соленое. Ну, короче, все как есть. Ладно, друзья, на этом мы с вами сегодня прощаемся для того, чтобы увидеться завтра вновь. Где? Правильно, на даче. Будем продолжать. Ай, подождите, нет. Завтра самое главное, мы будем смотреть любимый Василек. Пока-пока.